приглашаем вас к нашим молодым. Фотографию на память, да. Дорогие друзья, всех прошу минуточку еще внимания. Дарим подарки и сразу становимся рядышком с молодыми. Фотограф будет вас запечатлять. Фотографируем на память. Дорогие друзья, мы готовы двигаться далее. И сейчас под ваши аплодисменты я спешу пригласить дорогих, любимых и, конечно же, многоуважаемых бабушку и дедушку нашей замечательной невесты Нина Михайловна и Сергей Кондратьевич. Под ваши аплодисменты, друзья! Слушайте, я не знаю, мне тому кажется или нет, как-то после каждого. Ну а мы двигаемся далее. Я спешу пригласить дорогих дядю и тетю нашей невесты. Игорь и Наташа, под ваши аплодисменты, друзья. Встречаем! Мы двигаемся вперед, и также под ваши аплодисменты я спешу пригласить дорогую тетю нашего жениха и ее супруга Танечка и Николая. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья. Я пытаюсь понять, они с бабушкой в такси едут, понятно, да. Друзья, мы двигаемся далее, и также встречаем дорогую тетю нашей прекрасной невесты и ее великолепного супруга Людочка и Юра. Под ваши аплодисменты, друзья. Дорогие друзья, ну а также к нам подоспели дорогие тетя нашего жениха и ее великолепный супруг Танечка и Николай. Под ваши аплодисменты, друзья, приглашаем вас, молодые. Также под ваши овации я спешу пригласить двоюродную сестренку нашего жениха, а также ее супруга Олечка и Леша, и, конечно же, великолепная племянница нашего жениха Софи. Под ваши аплодисменты, друзья! Поехали! Okay.
Ребятки, не забываем про фотографию. Давайте, пока мы все трезвые, нужно же сфотографироваться, Шип. Ну что ж, а также, дорогие друзья, я спешу пригласить еще одного двоюродного брата нашей замечательной невесты со своей супругой Виталий и Танечка, а также племянница невесты Викуля. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья. Я так понимаю, что под ваши аплодисменты, ребята, скоро подъедут, да? А, ребят, но я думаю, что в любом случае всем родным и близким мы сегодня дадим время поздравить наших молодых. Но сейчас очень хочется, чтобы все, абсолютно все присутствующие в этот замечательный день рядом с нашими ребятами, все присутствующие на этой великолепной свадьбе, поздравили наших замечательных молодых. Я предлагаю, знаете как, ну, слева направо как-то нам сегодня не пристало, а вот справа налево, ребят, давайте сразу с вас и вот так вот по очереди, скажем, живым коридорчиком. Все, не стесняйтесь, подходите к молодым в порядке живой очереди. Дорогие друзья, всех приглашаем поздравлять молодых. Девчонки, давайте с вас и поехали. Собственно, друзья, а те, кто поздравил, могут потихонечку заходить в зал, занимать свои места. Я напомню, что у нас как таковой рассадки сегодня нет. У меня будет только одна просьба оставить места родителям поближе к столу молодых. Ну, я думаю, вы зайдете в зал, там будет все понятно. Ну, а в целом, дорогие друзья, никаких обязательств. Кому где нравится, там и присаживайтесь, там и располагайтесь. Давайте, девочки, мальчики, все в порядке, живой очереди, проходите, не стесняйтесь. Давайте сделаем проще, да, ребят, я думаю, что будет правильнее. Вот отсюда вы занимайте места, подходите сюда, ребят, подходите сюда, и вот отсюда вы уже будет формироваться. Все, кто за кем в порядке, живой очереди, мы чисто ради экономии времени, хорошо? Все. Друзья, увидели, что сфотографировались, ребята отходят и сразу следующие могут подходить. Ребята, если что, очередь начинается прямо за спиной фотографа, хорошо?